Взрыв газа в Магнитогорске шахта взбудоражил всю Россию. Спросим наших ростовчан. К ним часто приходят с проверкой? Да не отродясь, никто никогда не приходил. Уже лет 30, как квартира стоит. Серьезно? Да, ну конечно. Нет. Не приходят вообще? Ну, если вызвать их, то тогда придут. Я живу на квартире, как бы вот уже второй год, и я никого из газовиков не вижу. Не приходят? Да нет, ну не было никого. Ну нет, приходили, но редко. Договор составлен, ходил, проверял, вот недавно, в прошлом году, в этом. А приходят. Приходят? Раз в год приходят. Ревизию котла сделать, там, туда-сю. Я живу в частном секторе, так что у нас котел. Проверять надо, конечно. Ну, раз в год приходят. Приходят. Приходят, да, я не знаю, насколько часто, но приходят. Все нормально. Знаете, кому как повезет. Может быть, у тех людей просто неисправность была. Приходят. Часто приходят. Часто? Да. То вот сейчас будут ко всем ходить с проверками? Думаю, да. Им сейчас сделают такой выговор, им поедут штрафы. И они начнут хотя бы хоть что-то делать. Первые полгода они будут делать, а потом это... Приходят, звонят, стучатся. Но многие не пускают. То есть боятся, что это мошенники? Да. Приходят периодически. Приходят. А как вы считаете, после этого случая будут чаще приходить? Дешка, вы же в России живете, что вы спрашиваете? Хорошо. Ну как было, так и будет.